Всем привет, мы находимся на острове Две Половинки, я предлагаю вместе его почистить. Я понимаю, что я уже основную часть почистила, но все же еще не все. И обратите внимание, что на последнем участке, когда я его открыла, я нашла еще одно строение, которое надо построить. Итак, их всего 4 штуки. Ну, четвертое я пока достроить явно не могу, потому что я не собрала все деревья. Ну, как только я закончу с деревьями. Так, 43. Я уже понадкусывала камушки. Дело в том, что я эти камушки собирала. Железные руды с угля. Не вывозила сразу. И потом, сделав максималку, я вывозила, выгружала, и у меня получалось так 3. Получалось много энергетиков для того, чтобы убрать большой камень. Большая помощь компаньона. Мы чистили, я ему, он мне. Так, стоп, я, по-моему, не туда нажала. И этот, вот я тоже надкусила, он был 97, теперь он 93. Я спокойно могу убирать. Останется у меня еще по 97 3 штуки. Ну и там, по-моему, больших парочку. Да, убрать этот кусочек. Посмотрите, какой там камень размером, чтобы знать, сколько энергии мне надо. В нашей игре, вне зависимости от уровня, идет самое большее, это 44 энергии. Все остальное можно просто доесть. Но этот 104 еще не так страшно. Сколько тут уголек? 52. Сейчас уберу уголь. Я больше 40 ударов сразу не убираю комбо, для того, чтобы не выпадали большие камни, а выпадали только маленькие, потому что только с маленьких выпадают энергетики. Дело в том, что расчистим уже весь остров, потом надо будет просто подождать нам еще 4 дня и получим наши долгожданные подарки. Это у меня Facebook, на Одноклассниках у меня не все так здорово еще, мне там еще и чистить, и проходить задания. Просто я начала в этот раз чистить с Фейсбука, вот решила уже дочищу здесь полностью, потом уже буду дальше чистить на Одноклассниках. Там я расчистила только полуострова. Естественно, еще даже не полностью, там еще есть большие камни, к сожалению. И мне все предстоит еще впереди. Да, конечно, плюс 45 это очень здорово для маленьких уровней. Ну, в этом я, конечно, не виновата. Так, что у нас тут? Тут еще на 2 уровня продвинулись.
Так, вот я сделала 43. Сейчас съем энергетик на 50. Соберу то, из чего выпадает энергетики. И буду возвращаться домой для того, чтобы это открыть. И надо убрать камень на 104. Тут я больше пока не вижу. Может, у меня еще на складе есть. Я не знаю, сейчас глянем. Так, что у нас тут? По-моему, я тут собирала. Нет, еще чуть-чуть есть, видите. Еще 8 штучек. О, даже не умещается. Так, сейчас у меня 93, а мне надо брать 104 и еще там пару камней надкусить. Я поставила уже флажок, вот такой, который подарили, как декорацию за открытие последних ворот. Он был в подарке. То обратите внимание, как прекрасно выпадают энергетики. У меня даже лишние останутся, в принципе. Ну, много, это не мало, правильно? Так, сначала я надкусываю маленькое. Раз, два, три, четыре. Ой, лишнее. Хотя, в принципе, не важно. Так, раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Еще есть? По-моему, нет. Так, смотрим везде. Нет, большого нет ничего больше. Остался этот камушек. Я убираю его. Что у меня подвисло, да? Нет. Обратите внимание, когда он стал на 45 ударов, с него уже не выпадают цветочки эти, сердечки. И, в принципе, если вам это проблема, то можно его не чистить, если вы хотите просто достроить. Видите, когда вы стучите первый раз, выпадают. При повторном уже нету, там где 45 не было, по крайней мере. Видите, плюс 30 тоже не было. Так, склад соберем все это. Раз, два, три, 90. И убираем на 93. Где-то я тут откусывала. Вот он. Три, 40, 50. Берем 93. И также с последним камушком. Все, у меня осталось только деревья, трава. И все, не более 45 ударов. Жалко, что эти красивые декорации нельзя забрать домой.
на память об этом острове. Остров был очень красивый, конечно, праздничный. Я думаю, что вам будет дальше неинтересно, как я буду убирать уже мелкую траву. Поэтому я думаю, что видео можно заканчивать. Всем спасибо за просмотр. До свидания.